В эти наполненные праздничным настроением дни проходит традиционный рождественский турнир любителей хоккея на призы президента Республики Беларусь. На льду Чижовка-арены за победу сражаются команды из 8 стран. Это уже 14-й по счету турнир. К слову, наша команда в лидерах и одерживала победу уже 10 раз. Праздник спорта собирает в Чижовка-арене тысячи любителей хоккея. Рядом со спорткомплексом развернулась зимняя ярмарка. Спортивный дух поддерживают артисты, аниматоры и праздничная иллюминация. Атмосфера очень праздничная, весело. Приглашаем всех сюда, на Чижовку-арену. Я из Ирана. Это просто невероятно. Я впечатлен тем, что люди здесь так любят этот вид спорта. Мы ходим на хоккей, потому что нравятся хоккеисты. Обожаю хоккей! Собрали студентов, а студенты еще набежали больше, чем собрали. С удовольствием бегут на занятия, на матчи после занятий. Так что все отлично. Конечно, надо приходить, потому что это здорово, отдохнуть, свежий воздух, на улице, арена красивая, все здорово. Поздравляем с Новым годом!